В немецком Ганновере закончилась одна из крупнейших мировых сельскохозяйственных выставок «Агротехника-2019». В ней участвовало алтайское предприятие «Нартек», которое работает на базе бывшего алтайского шинного комбината. Завод представил зарубежному покупателю свою коллекцию шин. Конкуренцию среди участников можно назвать серьезной, потому что немецкая выставка вместила в себя 2900 экспонатов из 140 стран, а выставку посетило около 500 000 человек. На стенде «Нартека» побывали потенциальные клиенты из Европы, Южной Америки, Африки, Ближнего Востока, стран бывшего СНГ, а также из Индии и Австралии. В течение недели ведущие производители техники и комплектующих знакомили гостей выставки со своей продукцией. По словам представителей компании, экспонаты «Нартек» заинтересовали посетителей стенда, а особой популярностью пользовались крупногабаритные шины.